Всем привет, с вами канал Игры ВКонтакте, и мы делаем обзор игры Мыши 2012, или Откуда взялась дудка. Так, вот такое предисловие. Так, давайте немного пролистаем, посмотрим, что у нас есть. Читать я не буду, почитать вы сможете сами, играя в эту игру. Итак, нажимаем кнопочку «Играть». И видим, привет, друг, я тот самый легендарный дух дудки, призванный помогать тебе в этой трудной и опасной миссии. Что-то пошло не так, и мышей стало слишком много. Появляются все новые и новые виды. Миру людей грозит великая опасность. Нужно спешить, я расскажу тебе, что к чему и с чего начать. Так, для начала тебе понадобится ловушка. Любая ловушка состоит из трех частей. Это основа, оружие и сыр. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Так, кликай, чтобы выбрать основу. Деревянная основа. Таким образом, установил ловушку из сыр. Так, выбрать оружие. Ну, пока у нас есть клей и сыр. Купить суперсыр. Не, ну, прошлогодний сыр. Так, ловушка готова. Теперь я поведаю тебе секрет, как обратить на нее внимание. Так, наверное, ты слышал, что мыши идут на звук старой дудки. Так, вот она, дудка. Так, вот. Была поймана мышь белая, обыкновенная, золото. Так, опыта, вот. Вот такая мышка была поймана. Ну, как можно таких мышек ловить? Смотрите, какая красавица, не мышка. Ну, ладно. Так, отлично, для закрепления. Поймай еще несколько мышей. Так, дудку нажимаем. Так, вот не задача. Сыр закончился. Не беда, ты всегда можешь пополнить запасы в магазин. Сейчас я покажу тебе, как это сделать. Заодно ты выполнишь свой первый квест. Так, вот он, new. Так, закрываем. Купить 30 кусочков сыра. Так, вот магазин сыра, да. И купить. Покупаем, да, купить. И теперь переходим в квартиру. Так, отлично, получаем награду. Так, отличная новость, выполнил квест. Так, все у нас пока происходит хорошо. Молодец, выполняя квесты, ты сможешь узнать много интересного и получать подарки по игровому процессу. За каждый квест тебя ждет ценная награда. Так, снова дудка. Так, журнал «Охотника», была коричневая мышь, что еще раз дудка. Упс, твой сыр засох, ничего такого бывает, но вероятность этого влияет. Популярность сыра на локации в текущем режиме и параметр свежести, оружия и основы. Попробуй снова в следующий раз, тебе повезет больше. Понятно, ну, давайте еще разок. Отличная новость, ты получил новый уровень сырная плоть. У тебя есть плюс один алмаз, так. Ну, алмаз это, скорее всего, какой-то специальный. Так, давайте мы половим. Так, нужна ловушка сильнее. Попробую выполнить следующий квест. Вдруг там будет что-то другое. Итак, что мы будем делать? Так, давайте подберем другую ловушечку. Так, механическая ловушка. У нас этого нет. Давайте попробуем ее купить. Так, цена 50 золотых. Так, что у нас еще есть? Так, это сыр, сыр свежий, золото. Так, давайте вернемся. Амулеты, устройства. Так, сколько всего у нас есть, я не знаю. Так, ну вот такая вот у нас, не знаю, что мы будем покупать. Так, давайте вернемся в квартиру. Вам доступен магазин. Выбрать подходящий амулет. Цена целая куча золота. Сколько у нас имеется в наличии золота? Я не вижу. Давайте поищем. 300. Всего 300 золота. Так, гипермаркет, контрабат. Что за устройство? Так, 5 алмазов. Алмазов у нас сколько? И алмазов один всего-навсего. Гипермаркет. Так, ловушки. Заряжено. Показать сыры, оружие, основы. Оружие, так.
Так, все подходящие по локации. Так, мастерская. Давайте попробуем мастерскую. Засохший сыр. Книга. Так, как мастерить. Так, порезать. Так. Ну, одним словом, нужно хорошо разбираться в этой игре, как сделать новые ловушки и поймать побольше мышей. На этом я буду заканчивать свой обзор. Напомню, это была игра Мыши 2012 и канал Игры ВКонтакте. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, смотрите следующие видео.